Финальный этап конкурса восхождения, проводимого вот уже в четвертый раз, стартовал в столичном экспоцентре. Возможность побороться за победу получили 118 человек. Поздравить финалистов конкурса пришли министр экономики Микеев Джабаров, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр молодежи и спорта Фарид Гайбов и другие гости. По словам Микеева Джабарова, конкурс восхождения имеет исключительное значение для проверки способностей, в том числе и творческих, инновационных навыков, а также с точки зрения развития человеческого капитала и формирования лидеров. Именно человеческий капитал определяет роль каждого государства в современном мире. Уровень благосостояния общества связан с человеческим капиталом. Обсуждаются пути совершенствования конкурса из года в год, основанные на внедрении новых форматов. Выступающие на открытии рассказали о значимости конкурса, о возможностях, которые он создает для перспективных кадров. Подчеркнули важную роль состязания в развитии молодежи и формировании лидерских качеств. Конкурс восхождения продлится 3 дня и завершится 21 июля. В отличие от предыдущих конкурсов, в этом году участников финала будут оценивать эксперты по ролевой модели менеджмента. Причин, по которым я присоединился к конкурсу, много. Вокруг меня есть люди, которые участвовали в предыдущих конкурсах. И отзывы, которые мы получили от них, показывают, что конкурс действительно проходит прозрачно. Речь идет о создании возможности для людей проявить себя, о выборе людей, которые могут стать полезными для общества. Конкурс стремится выявить профессиональные кадры из числа способной молодежи. Решение об участии на этом конкурсе сформировалось у меня тогда, когда я познакомился с достаточно квалифицированными кадрами, которые принимали участие и побеждали на конкурсе. Для них открывалась возможность общаться с менторами. Учитывая то, что менторы — это в основном министры и высшие должностные лица, я тоже захотел испытать свои силы. Пройдя финал конкурса, я осознал, что принял верное решение. Конкурс восхождения был учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Он состоит из 5 этапов. Победители конкурса получают от руководящих лидеров годовой индивидуальный план развития и грант на саморазвитие в размере 20 тысяч манатов каждый. До настоящего времени более 53 тысяч человек зарегистрировались для участия в 4 конкурсах. 25 декабря 2023 года глава государства подписал распоряжение о проведении 4-го конкурса восхождения. Жаля Гусейнова, Арзаф Атахов, CBC.